Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать о такой пеларгонии. Vectis finery. Пеларгония зональная, звездчатая. Сорт мне очень нравится. Кустик компактный, пушистый. Это первый цветок растению месяцев 5, наверное. Может, почти 5. Расцветка очень нежная. Когда цветы распустились, был белый-белый. А потом солнышко выглядывает осеннее. И цвет стал нежный. Прожилки такие вот еще более насыщенного розового цвета. Внутри как искорки такие. Очень красивый сорт. Солнышко любит, но на солнышке меняется окраска. Никаких проблем не заметила с этим сортом. Листва вот такого красивого окраса. Листики небольшие. Прекрасно себя куст чувствует на окошке, на солнечной стороне. Листики не вянут. Я даже думаю, что все-таки солнце ему во благо идет. Вот оставила я посмотреть, какой же этот Vectis finery будет. Мне очень нравятся эти звездчатые пеларгонии. Прям привлекают свои листва. Есть у меня уже несколько сортов. По мере цветения я буду показывать, что же это за сорта. Вот этот посмотрела, отцветет и так прекрасно, конечно, он кустится и растет. Глядите, какой красавец. Но если его немножечко прищипнуть, то, думаю, будет более такое более пушистое растение. Ну, посмотрим. Подумаю еще над этим вопросом. Не в этом суть. Вот такой красавец. Цветонос невысокий, но такой. Цветы вот в таком вот шарике. Он даже есть еще не распустившийся. Так как это первое цветение, думаю, следующие будут более пушист, более такими шарами пушистыми. Посмотрим. Нравится мне очень этот сорт. Красивый. Очень нежно смотрится. Очень нежно. Всем пока!